Названа дата следующего саммита Украина-ЕС. Дата проведения саммита Украина-Европейский Союз предварительно назначена на 9 июля, а 11-12 июля в Брюсселе пройдет саммит НАТО. Следующий саммит Украина-ЕС предварительно запланирован на 9 июля. Об этом сообщает в Твиттер брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Язвяк. Журналист уточнил, что саммит планируется провести в Брюсселе, добавив, что после президент Украины Петр Порошенко должен будет остаться в Брюсселе для участия в саммите НАТО. Последний запланирован 11-12 июля, на одно из мероприятий, в рамках которого Украина получила официальное приглашение. Напомним, предыдущий, ЗИКСИ саммит Украина-ЕС, прошел 13 июля 2017 года в Киеве. Он завершился без одобрения итогового заявления или совместной декларации. В то же время президент Петр Порошенко заявил, что доволен его результатами, так как, по его словам, саммит четко подтвердил готовность Украины двигаться в Европейский Союз. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта news.com.